шишки в гол. Приключения наши весенние продолжаются. У меня приятная новость. Не знаю, сколько приятная для вас, сколько приятная для меня. Я вчера побил свой рекорд по теннису. Случилось, ребята. Это случилось. По русским меркам мы привыкли в килограммах же все мерить, да? По русским меркам, ну, я думаю, 25 железобетонных есть. 25 железобетонных. Ну, а по европейским стандартам, по американским, ну, где-то 1,20 м. Я думаю, где-то 1,20 м. Он больше в ширину был. К сожалению, на профессиональной камере не смог это все снять. Ребята, я свой рекорд побил наконец. Рекорд у меня был 15-16 такие. Я их уже много переловил. Больше мне все-таки не, ну, больше мне не удавалось поймать. Ребята, которые со мной ездили именно в компании Jet Extreme, они ловили на 30 килограмм где-то ловили. В прошлом году где-то, ну, около 22 килограмм тоже был один поймал. Ну, два рекордных тайнения в моей команде было. Ну, а сам лично я рекорд, ну, у меня рекорд был 15 килограмм. Ну, все, ребят, теперь следующее... Нет, теперь я могу себя называть матерым тайнишателем. До этого я еще как-то стеснялся этого. Но теперь я могу сказать, прямо со 100% уверенностью, что я... матерый тайнишатель. Ну как-то так. Встали рано утром. Ночи заморозки были. Покушали. Поехали вниз. Разведку. Остановились, ребята, рыбачки. Я еще после вчерашнего отойти не могу. Сейчас покажу вам яму. Я на этой яме уже, наверное, раз 5-то бывал за 3 года. Почему я не рыбачу? Ну, причина ясна. Я еще после вчерашнего таймения отойти не могу на эмоции. Так что, ребята, можно сказать, я уже на этот сезон план выполнил. Он вообще не ездит. Но получается, на этот сезон надо ставить уже другие задачи. То есть, это была прошлогодняя задача моя, да, побить рекорд. Но я, к сожалению, только в этом году побил. Ну, до конца сезона, значит, надо поймать как минимум на 1,40 м, на 1,45 м или на 1,35 м. Ну, где-то это по нашей классификации, это, ну, я думаю, это где-то, ну, килограмм 35. Килограмм 35, да. В Монголии это реально? В Монголии это реально. Про сегодняшний день я молчу, всякое бывает. Но клюнул где-то 8:30 вечера. Так что крупный таймень любит вечерком рыбачить. Крупный таймень вечером и утром. Ну, сегодня утренний клёв уже проспали, к сожалению. Это, наверное, часов 10, наверное, есть. Покидаем. Но основная задача это нам спуститься, докуда нам возможно и докуда нам разрешили. Это тайна. Исследовать, посмотреть речку, посмотреть пороги. Все-таки Шишки Гол — это речка, ну, как я знаю, вроде как 5-й категории. По крайней мере, мне многие так говорили. Я точно утверждать не буду, но речка довольно бодрая. Я ее, в принципе, и с той стороны, с российской стороны ее видел. Я даже на резиновой лодке там сплавлялся. Небольшой участок, с километра где-то. В 2000 году еще. Ну, теперь с этой стороны я знаю, как Шишки Гол выглядит. Река, конечно, ребята... сказочно. И в плане рыбалки, и в плане красоты, ну и в плане, конечно, нетронутости.
Здесь, конечно, девственная тайга, девственная природа. В общем, можно много красивых слов говорить. Ну все. Едем дальше. Поверь, майор. Прикашечка Голд продолжает. Сейчас тут шиеры такие мощные прошли. На обратном пути все, что поснимаем. Тяжеловато рулить их не снимать. Привет. А в прошлом году в августе здесь прямо тиши такие были глубокие. А, не-не-не, вас обманываю. А, не, все равно, да, она более такая
Прогонистая стала. Все равно вот она, яма осталась. Я сразу не понял. Тут 100% папа какой-то нереальный живет. И думаю, даже не один. Значит, здесь глубина, здесь когда даже вода была. Ну, здесь вода грудь сильно высокая, конечно. Сильно. Когда нам фотки поделаем, сзади, впереди, чисто каньонский. Очень глубоко. Здесь у маленький островок он там был. Сейчас его вообще нет. Вода очень большая. Река даже немножко по-другому стала выглядеть. Сейчас ниже там еще один будет каньончик. Тут даже немножко поинтереснее, конечно. Там еще мощнее. Или я уже привык, но говорю, первый раз, когда я здесь был, мне показалось каньон. Ух, прямо шикарный. Сейчас уже что-то не такой вид у него. Ну или из-за воды, из-за маленькой, скорее всего. Скорее всего, из-за воды, из-за маленькой. Он выглядел более мощнее. Эстетичнее, красивее. Кайфуха. Ох ты, блядь. Там порог в тот раз мне показался мощным. Я вот сейчас не знаю, надо пойти, подойти к нему поближе, посмотреть. В прошлый раз мы его налегке прошли. Сейчас опять я сверху смотрю. Оказывается, что он такой, блядь, непроходной. Полкилометра вниз и все, я больше не ходил дальше. Переправы нету. Здесь переправа была, переправы нет. Здесь переправа была.
то, что здесь живет что-то такое чудо-юдо, это 100%. Другой вопрос, здесь его поймать только можно, я думаю. Ну, здесь надо неделю, наверное, жить, чтобы что-то поймать. Я думаю, что на линка, наверное, на крупного можно только ловить. Больше здесь никакие снасти не сработают. Килограмм 35. Так, прикольная речка. Я даже по ней прокатился. Thank you.
ямки опять. Так, зацепи сейчас сзади. Как пороги те? Прикольно? Ама. Чё, он как вперед? Майор, сядь он туда.
Не вижу. Семга. Чистой воды семга. Тихо, тихо, размах. Сейчас я тебе на снежок кину. Имей. Вон он. О. У-ху. На камеру работает? Да, да. Ты что ж? Точно. Скорее всего. Тихо, рано кричать, рано кричать. Надо помельче, помельче. С того же места. Вон там. Коля, иди сюда. Бегом. Чуть меньше метра. Блять, туда идет. Вон он. Сука, он, по-моему, боком зацепился. А? Подожди. Ну я-то тебе верю. Но опять же, у тебя кто опять поймал? Но смотри, он за что держит. Тихо. Вон он. Так а нафига он едет? Покажи ему, что сюда не ехал.
блядь, ушел. Пиздец, блядь. Заебись. Опять адреналинчика ебанул. Да, очень вот так. Ну да, вот так бежал. Ну это метровый был. Но... Сейчас он все распугает. Прощение, ребята, темно. Ну, двадцаточка есть. Меня-то видно? Первый раз на живца, блин. Так классно берет, ребят. Да. Да-да-да, но я тут вылип по колено, чтобы не уипаться и снять. Отлично, отлично. Да.
Там грязь, а муть, муть. Пошел, пошел, пошел. Все, сам, сам, сам. Ну, это уже не. Сука, на живцах, блядь, прикольно. Майор красава. Блядь, ребята, вообще стыдно. Второй день. Вчера килограмм на 25-28. Ну и сегодня, ну, 22 железобетон. Это божественно, ребята. Это что? Да? На живца прямо возле берега взял. Кто бы подумал, что он здесь вообще есть. Я кидал на середину, вот сюда вывел, ближе к берегу. Сейчас там видно будет. Вот, ага, видно. Вот, где лед заканчивается, там и взял. И взял так нежно, 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 нежно. Ничего не могу сказать. И Таймень люблю, Монголию люблю, рыбалку люблю, джет-экстрим люблю, монголов люблю, всех люблю.